Ареал Горбуши – второй после Киты по протяженности мест Нагула. Он включает реки от Южного Приморья и Японии до рек Чукотки. Наряду с Китой Горбуша – самый массовый вид тихоокеанских лососей. На нерест она идет в конце июня – начале июля, в зависимости от региона. Размеры рыб, заходящих в реки, составляют от 35 до 60 сантиметров в длину, а масса от полукилограмма до 3 килограмм. Крайне редко встречаются более крупные особи. Средние размеры самцов выше, чем самок. Заходящие в реки рыбы имеют ярко выраженные брачные изменения и окраску, которые усиливаются при подходе к нерестилищам. У самцов вырастает горб, появляются острые зубы, тело приобретает розоватый цвет. Горбуша, точнее не скажешь. В отличие от киты, горбуша поднимается по Амуру недалеко, километров до 600. Главное достоинство горбуши в том, что она созревает в 2-3 раза быстрее, чем другие проходные лососевые рыбы. В море она проводит всего год или два, успевая набрать приличный вес. Мало кто из наших северных рыб может похвастаться таким высоким темпом роста. Горбуша не столь скована строжайшей наследственной программой, повелевающей идти на нерест непременно туда, где появилась на свет. Конечно, она стремится к своей колыбели, но может отложить икру и в других подходящих водоемах. На нерестилищах горбуши разбойничают разные виды рыб. Это может быть ленок, если горбуша поднялась высоко по реке Амур. Если это короткие речки, то здесь разбойничают проходные виды гольцов. Это кунжа и мальма.